Всем привет, меня зовут Виктор, это Mist Survival, и я продолжаю свои похождения. Сегодня нам предстоит добежать до магазинчика. Я вот даже не знаю, добежать или доехать будет целесообразней. В прошлой серии, короче, я строил забор, так и не достроил. А вот в этой серии решил добежать до магазинчика. Ну вот, так, я, наверное, оружие сюда все переложу. Возможно, я им пользоваться не буду. Да, до магазинчика, потому что у меня закончилось питье. И надо ехать в магазин. А еще нам надо насобирать веток. Еще надо веток насобирать. Вот таких вот. Чтобы дальше достроить свое ограждение. Магазин у нас где-то здесь находится. По дороге. Блин, что так... Так, там бандосы, короче, ходят. Ждут, когда я поеду, чтобы стрелять по мне начать. Так, и мне еще надо найти отвертку. Либо отвертка здесь крафтится, в общем. Потому что там есть комната с паролем. Запароленная комната. Медведя нет. Ладно, я в руки возьму копье на всякий случай. Так, это... Слушай, по-моему, вот это хорошая такая жрачка, которая... Блять, хангер. Ну, мне чисто вода нужна. Мне ж чисто вода нужна. Чисто питье надо. Сода. Скотчи, еще батарейки. Ну вот, все, и больше батарейки можно не собирать у меня, потому что сейчас батареек там... Охренеть, как много. Так, тогда сразу сейчас выпиваем вот эту штуку. Знатно нам восстановила она жажду. Это хорошо. Тут еще есть еда, оказывается. И тут есть еда. И... О, есть еще ботинки. А у меня что с ботинками? Эквипментс. Ну, мои нетронутые ботинки, но возьмем на всякий случай, потому что мало ли чего... А там... Так, доски не буду брать, потому что доски это то, что я и так смогу, блин, сделать. Сделать смогу и без... Просто потрачу там пилу, топорик потрачу. Сделать смогу. Смысла нету на них тратить. Слот занимать под доски. Металлолом сложнее добывать. Блин, а чё она это? Бандаж. Что-нибудь такое. Оно что, обновляется, что ли, или что? Я что-то понять не могу. Или я какие-то все-таки машины не пролутывал? Или все-таки здесь лут обновляется в машинах? Что мне кажется, что я должен был все машины тут уже в округе облутать. Тут бензин вот есть, блин. Все-таки, наверное, возможно, и не все я еще облутал. Или все-таки они с какой-то периодичностью здесь восполняются ресурсы. Черт их знает. Черт его знает.
Как тут происходит? Так, это... Давай возьмем. Блин, если у меня там алкоголь получится, конечно, это хреново будет. Я буду пипец огорчен, честно. Да не, я не мог эти машины пропустить. Скорее всего, восполняется, значит. Это что такое? Painkiller. Painkiller. Антибиотик, что ли, какой-то, или что? Антибиотик. Ничего не появилось. Это меня реально сомнения берут, что я такое количество машин не осмотрел. А если это обновляется? Это хорошо. А, все? Что, серьезно? Так. А, веревка. Веревка. Веревка, веревка. Погнали к машине тогда выкладываться. Ну и подъехать можно будет сразу туда. Так, вот это. Короче, выкладываем все, что не стакается. Стакается, выкладываем. Или что уже со стаком выкладываем. Остальное пока здесь. Так, надо винтовку взять. Это вот мреху сюда и сюда. Бензин вроде тут расходуется не сильно быстро. Так, еще топорик пригодится. Что я вот катаюсь, у меня все еще 14 литров бензина. Может, он вообще не расходуется здесь? Да не, ну не мог я здесь столько всего оставить в этом лагере. Я же его шерстил. Вы не мог, значит. Периодически, значит, здесь что-то дообновляется. Все-таки получается, что здесь чего-то обновляется у нас.
И теперь надо нам поехать. Куда? Ну, давай вон туда поедем. А, или нет, подожди. Здесь мы на дорогу выезжаем. Меня интересует вон туда дальше дорога вверх. Так, здесь, по-моему, будет лесопилка какая-то. Так, а там... Может, залежи какие-нибудь руды найдем. Но мне надо кирку сначала. Вот кирку либо найти, либо изготовить надо. Да? Возможно. О! Это первый автомобиль, на который я начал ставить эти запчасти. Забираем нахер с тебя колеса, потому что мне надо красный автомобиль там на колеса запустить. 4 часа вечера, 16 часов уже. Так, здесь у тебя бензинчик есть и еще и свечечка. Как чудесно. Плюс 2 слота, это приятно. Так, здесь ни хрена нет. Ну ладно, 2 слота нашли, уже хорошо. Здесь пусто. Здесь немного бензина забираем. Так, это к лагерю бандосов я еду или нет? Да, точно. Сейчас стрельбу по мне откроют. Меня не заметили. Ну или сделали вид, что меня не заметили. Они-то могут. Так, мы, кстати, знаете, что сейчас? Мы проверим. Я же это... Я же здесь машинки-то, вот, которые здесь-то стояли, я их все же проверял. Я же их все осматривал, проверял. Поэтому сейчас мы поймем, что у нас тут, что тут спавнится, а что нет. Переспавнивается, или точнее не переспавнивается. Тут нету ни хрена. Пока что... Угу.
Пока что эти машины пустые. Что они сильно рядом были к это к моему жилью расположены, поэтому у них ничего больше не появляется, не обновляется. Знаете, чё, почему грузовую нельзя тачку, кстати, это здесь сделать? О, смотри, а вот тут есть бензин. Ну, возможно, я одну машину пропустил, возможно. Все равно, как бы это, теорию надо. А вот багажник, багажник самое интересное, что здесь? Перо. А, ладно, хрен с тобой, валяйся. Я не помню, зачем перо, поэтому... Вот, а вот это вот мне надо, да, вот это вот надо. Вот это. Доски. Ух, где вот где сколько, где ветки-то надо собирать. Блин, эти, сколько у меня слотов осталось? А, нормально, тогда можно и перья пособирать. Можно и перьев пособирать. Они, скорее всего, пригодятся для этого, для стрел. Перья пригодятся, стрелы делать, наверное. Так, тут пусто. Рюкзачков. Бля, можно, конечно, вот эти штуки было потащить. Блин, они это... До этой дотащить. До своего лагеря. Место-то они нормально так это... Вкинуть в них можно. Будь здоров прям. А вот это вот какого, блядь, нельзя транспортировать? Наверное, до темноты-то я аж успею. Так, это чё? До темноты я, наверное, успею уже две этих перетащить. Два шкафа этих перетащить. Так, вот это пригодится, эти палки. И вот это пригодится. Ё-моё, сколько хвороста-то здесь. Ладно, давай. Не, ну если, в принципе, хворост обновляется, то, по сути, и это должно обновляться. Хотя, откуда браться луту? Да? Хворост — это хворост. А все остальное — это ж все остальное. Хворост, он, блядь, ветки сохнут, он падает на землю. А лут-то откуда будет падать? Откуда он будет появляться?
еще. Надо одну притащить. Стамина уже заканчивается. Здесь что, нету хвороста? Листик. Ну хоть со шкафами бегают, и то хорошо, блин. Сейчас бы ползло бы их, на плече таскал бы там, как черепашка, как муравей бы, блин, эти шкафы. Если бы не бегал персонаж. Ну все. Закончилась стамина. Пойдем за машинкой теперь. Ковыляем. Че, ветка, думала, спрячешься от меня тут, да? Я ж тебя заметил все равно. Веточка, веточка. О, сколько вас тут нападало-то? Пока меня не было. Нормально, отъехал и веток насыпало. Бери, блин, не хочу. А я пока хочу брать их. Блин. Сперва ж надо было заглушить, потом. Так, давай, иди сюда. Да ёптыть. Ну. Годится. Так, что мы тут? 3.16. Поедим. Ягоды. Так, это сюда. Это... Забыл я, блин, где. Опять я бутылки свои положил. Так, здесь у меня что? О, здесь тоже есть, нормально. Так, стру делаем вот эти штуки. И полетели достраивать забор. Темнеет. Сука. Надо съебываться, короче. Сейчас буду строить, а меня эти отметелят.
Сколько время? 8. Спать пора, ёптать. Все, пиздуй спать. Те уже это вон. Там уже за тобой вон вышли. Уже за тобой вышли. Так, 8. Давай 12 часов бахнем. 12 часов. Давай дальше, ёптать, спать. Давай 10. Входит кто-то там, блядь, двери открывает. Кто тут, сука, двери мои открывал? А? Кто открывал тут мои двери, скотины? Скотиновые. Вот где у меня бутылки. Так, давай. Кушаем. Блин, надо было мреху, походу, захавать. Вот бутылки, где здесь, отлично. Так, пошли достраивать. Пошли достраивать. Ух ты, что, сколько мне тут еще строить-то и строить, блин. Ужас. Все, эти закончились. Так, что тут с дистиллятором у нас? Еще дистиллируешь? Дистиллируй, дистиллируй. Так, еще веточка. Дороги веток нету, одни палки валяются. Блин. Палки и перья валяются на дороге. Придется, да тут хуя, тут у меня это. Тут все вокруг придется застраивать, потому что они вот здесь спокойно могут про. Хотя здесь они могут же не протиснуться еще, черт их знает. Насколько они тут стройняшки. Могут еще и не протиснуться, нихера. Так, ладно, что здесь у нас? Пик это лифт, листик. Давай топор сюда перетаскиваем. Вот эту. Вот эту. Еда, вода. Так. Запчасти у нас. Допустим, сюда мы закинем запчасти. Окей. Так, что у нас тут? Это скотч, 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 скотч. Сюда. Здесь. Мореха всякая. И это сюда. Здесь уже на фул забито все. Здесь. Так, там патроны у нас остались. Ох ты ж. Туман надвигается. Блин. Туман, туманище. Туман, туманище. Вообще, вообще, вообще. Не, ну можно, конечно, сейчас с этими, пока туман, типа, повоевать с этими уродами, да? Дринканем. Так, вот это сюда. Еду я выложил, в принципе. Здесь что? Из того, что есть, у меня ничего нету. Кокс сюда. Уголь. Это сюда. Так, топор сюда тогда. Здесь. Все, короче, перекладываем. Ага. Тряпки. Сюда.
веревка. А тут еще, блин, у меня ветки лежат. Ну хрен с вами, лежите пока, лежите. Так, веревка, веревка, веревка. Камни сюда, и здесь все, в принципе, забито. Просто откуда мне с вами тут сражаться, интересно? Копья вкидать в вас копья с какой стороны? Схема сюда. Так, давай-ка мы, наверное, одежду вон в тот соседний этот переложим. Так, вот еще тут перчатки есть. Здесь. А здесь вот так, да? Вот сюда одежду положить. Так, а это... Здесь веревка лежит. Вон эти гады. Гаврики, кентаврики ходят. Со спины б не зажали. Так, надо сохранить, кстати. Да ладно, ты чё, серьёзно? Блять! Подожди! Чё, серьёзно? Вы на меня вдвоём напали, гады! Нихера себе я прилип. Вот это я прилип, похоже, да? А он, короче, вышел, да? На это получается. Сука. Блин, мне надо эти свои пойти забрать копья. А то я куда я... Ох ты ж. Ага, заберешь там копья. Так, одно я забрал. Вот, по-моему, второй, да? Оп. Забрался, заебись. Блядь. Сука. Вот это я. Вот это я нарвался. Вот это я нарвался, конечно. Отлично, прям нарвался так. Не, ну тут, в принципе, это. Если бы я ближе поставил, они бы сюда подходили, я бы их вот так через эту колол бы. Все.
Хоть я ему и в голову попал, все равно он меня одолел. Одолел этот гад. Блин. Чё-то я даже это... Чё-то я даже это, чё-то я даже это, чё-то я даже то, да? Так, где? Ну здесь-то уже перестраивать поздно. Перестраивать поздно уже. Там, блядь, материал, ресурсы потрачены. А, кстати, это что такое у меня? Просто стена. Блин, рискованно их это. Рискованно их, конечно, так дразнить. Вот тут они мне уже все похерачили. Ну, я потом здесь заслоны сделаю. Там преграды какие-нибудь поставлю. Ну, в принципе, какие заслоны? Я и так сейчас заслоны делаю, только чтобы это... Чтобы их это... Можно было здесь теребоникать. Вон там двое ходят. Ух ты ж! Хрена себе ты! Ни хрена ты себе! Жук колхозный, жук навозный. Козлина, блядь. Он увернулся просто, вы видели? Эта тварина просто увернулась, взяла. Сука, я за сраный картофан тебя убил какой-то. Копье просрал тут одно. Пойдем поищем. Ну хорошо, хоть не просрал копье. А то бы пришлось сделать. 20 минут на это времени тратить. Да, это человек, который подсказку мне про эти написал. Про копья. Про копья стрелы прям. Спасибо огромное. То я бы, наверное, так бы и тупил бы их. Патроны бы на них тратил. А ты почему сразу... Милитари... Компонент бокс. Военный какой-то компонент для ящика какого-то. Что-то я не понял. А чё он сразу отвалился? Чё с ним случилось-то? Чё он такой немощный-то оказался? Сразу просто отвалился и всё. Это так не дело, ёптыть. Так же не поступают. Взять просто сразу отвалиться. Сука, сколько ты у меня дистиллироваться тут будешь? Ты когда мне? А? Сколько тебе еще дистиллироваться-то, блядь? Когда ты мне уже там разродишься чем-нибудь? Чтоб я понимал, чем ты там не разродишься. Правильно я сделал или неправильно.
Так, мы ищем вот эти штучки, пока ходим. Ну да, с копьями хотя бы не так опасно, и шума не так много создаешь. Так, сейвинг. И шума не так много. По одному, по крайней мере, их можно чпокать. А если стрелять начинаешь, они сразу начинают со всех окраин сбегаться на звуки выстрелов. Вот еще, наверное, этот лук сделаем. Я же могу себе лук сделать, кстати. И, наверное, может, стрелы даже поэффективнее лука будут. Черт его знает. Да, вон там вижу одного еще ходит. Добыча ходит впереди, вон вижу. А с чего вдруг? Не, ну нормально вот так-то. Оп. Оп и тык. Оп и тык, и нормально получается. Главное, чтобы они вдвоем не бежали. Вдвоих-то я растеряюсь, а сразу. Против одного-то еще справляемся как-то. Так, да, и не забываем сохраняться. Да, да, вот так вот часто я сохраняюсь. Раз есть такая возможность сохраняться, почему бы ей не пользоваться? А я что, всех тут поперетыкал, что ли? Такого не может. Не может такого быть, чтобы я всех поперетыкал. Оп. Я ж их сколько тогда тут? 12 где-то одолевал. Стрелял было их. Их же, наверное, примерно равное количество каждый раз появляется. Ну не видно, реально не видно. Я вот тут так вот сильно далеко-то глубоко забегать не стану. Я пока что свою территорию тут только это отгорожу отзащищаю. А уже и туман рассеивается, по-моему. Да? Вроде туман начинает рассеиваться. Ну да, смотри, я при помощи копий защитил свое жилье. Потихо и по стелсу все сделали красиво. А с винтовкой бы сейчас это... Нашумели бы тут. Она привлекал бы ненужного лишнего внимания. Еще бы ей огреб. Еще бы и огреб, блин. Добавок ко всему. Все, блин, больше нету этих уродов. Короче, зацали они куда-то, свалили, спрятались, исчезли. Копья топ. Когда кидаешь в лоб. Ладно, надо ехать, выдвигаться в этот. Так, что у меня тут? Это все, короче, поразложить.
Что здесь такое? Не знаю. Вот это сюда положу. Что это такое? Без понятия. Порох у нас вот здесь был. А скотч же, кстати, здесь был. Что-то его так проигнорировал, типа. Остальное все находится в доме. Так, перья. Так, это... Чё? Eat all. Split on, split half. А, даже ягода состакалась. Ничего себе. Вот это да. Ягода состакалась. Представляете, первый раз за все время у меня состакалась ягода. Так, еда. Типа он мне говорит, пожри. Типа надо пожрать вроде, да. Ну, вот эту, кстати, надо съесть, потому что она уже сюда не влазит. Можно и скушать. Можно и скушать. Картошку оставим. Это сюда. Соль сюда. Это сюда. Это мы берем с собой. В наш неравный бой. Полетели. О, веточка опять. Все, ветки начали падать, да? Я только собрался уезжать, начали падать ветки. Так нечестно. Блять, что ты врезался-то? Проехать не смог там. Так, сейчас налево съездим там от военного лагеря. Посмотрим, что там вообще за... Куда дорога-то ведет. Так, сперва сюда заедем. Так, здесь дома какие-то подозрительные. Скорее всего, в этих домах... Ага, вон все, вижу. В этих домах неприятные личности гуляют. Сумасшедшие эти зараженные. Кстати, этот дом... А этот дом вот нельзя, между прочим, под... за эту забрать. Вроде дом такой, а под, типа под базу занять его, адаптировать нельзя. О, там двигатель под машинку есть, ничего себе. Все нормально. Потихонечку соберем вторую тачку себе. Так, а здесь что, блядь? Чё? Дверь наружу мне сломать предлагаете? Вы что, дурачки, что ли? Я просто обошел и вышел в другую эту. И все. Где еще тут ходит хрюндель? Совсем с дуба рухнули. Дверь я сейчас буду ломать, ага. Один. Сколько вас там? Блин, а с копья, смотри-ка, ему даже это в голову с первого раза попал, и все. Ему этого хватило. Ой. Понятно. Просрал. Просрал. Так, значит, их в доме примерно трое.
Да ну нах. О, блин. Побольше добра с этого урюка досталось. Так, ну хоть здесь не изменился лут. Все то же самое. То я простроился. Опа! Копья, копья, копья. Сюда ставим. Так, это какой 74,9? Четко коленочку-то оттеребонькал. Ну-ка, погодь, давай-ка мы теперь вот так сделаем, не будем повторять прошлые ошибки. Еще двое, что ли, или что? Пиздец, блядь. Охрененно, блядь. Это я снайпер. Прикиньте. Смогли бы? Конечно, смогли бы, ё-моё. Кто сомневается. Что-то не понял, что у меня копья как-то все крепче и крепче становится. Какие я, блин, использую? Четыре литра бензина тут, ё-моё. Да ебанулся, что ли? Трижды мимо, блин. Точнее, дважды мимо. Как вот ты 90 была же, блядь. Я чё, не те кнопки нажимаю, что ли? Ты или за прочность у тебя появляется, что ли, или чё? Когда мы... Блин, это дерево. Ладно, возьмем тебя. Так, стоп. А, это не берется бутылка с водой. Так, это... Блин, а я ломик оставил в этом дома. Капец, блин. А я ломик-то дома оставил. Обалдеть. Вот те, нате, вот те, здрасте. Здесь что, ничего? Это у нас на втором этаже. А здесь что? Здесь же должно что-то быть. Например, тут. Так, тут соль. Еда. Еще еда. Еще... Ух. Гвоздь, 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 гвоздь. Отлично. Нашли. Так, это у нас интерак. Брать некуда. Выкладываем в машинку, идем. Так.
еда сперва выкладывается. То, что уже пересостакано и не состакивается, выкладывается. Остальное все можно, в принципе, оставить, да? А вот еще еда. И вот эту давай выложим. То есть, в принципе, молотов надо выложить. Ах, черт, надо было эту-то оставлять, блин. Надо было оставлять с собой кроунбал. Ломик-то, блин. Надо было оставлять. Планировочка дома-то поинтереснее, чем у меня, блин. Только вот что его, собака, занять нельзя. Ух ты. Смотри-ка, какой довольно богато снаряженный домик-то. Здесь у нас что? Какой богато снаряженный домик. Приятно. Приятно в такие домики ходить. Приятно прям заглядывать. Так. Бутылки, бутылки, бандаж. Здесь ничего нет. Еще одна комната остается. У нас здесь мусор, да? Мусор, хрен, мусор. Ничего. О, что здесь? Ничего. Что, геймбой? Ух ты. Что, в приставку тут можно поиграть? Так, это закрывается. Плата, плата, плата. Тоже для чего-то нужна будешь. Все, да? Все, домик мы этот проверили. Вроде ничего я тут не оставил. Надеюсь. Надеюсь. Здесь же я проверил все. Да, проверил все. Уходим. К машинке отлетаем. В машинку перекладываем все, что надо переложить. Что надо переложить? Ну, например, вот это положить. Так, вот это. Патроны под рифл ама. И вот это. И вот это. И всешечки или чешечки. А ну еще биту одну сюда закинем. Так, это пусть здесь вот так вот будет у нас сейчас. Все. Так, ну что, давайте на вот этом серию сегодняшнюю закончим. Продолжим уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.